Приветствую вас. Вашей маме требуется срочно квалифицированная помощь врачей. Это означает, что нужно вызывать скорую помощь. Не вызывать скорую помощь, вы, по сути дела, провоцируете возможные осложнения у вашей мамы. Возможные осложнения, связанные с усилением симптомов и возникновением новых заболеваний. То, что случилось с вашей мамой, можно анализировать, изучать потом, когда в необходимой степени будут купированы все проблемы, все симптомы, и состояние вашей мамы будет стабильным. То есть сейчас срочно вызывайте скорую помощь и госпитализируйте своего родителя, чтобы оказать ему помощь, а потом вам нужно будет вместе с ней разбираться о причинах того, что с ней произошло, и стараться понять обстоятельства, спровоцировавшие подобное, для того, чтобы можно было с ними бороться, чтобы можно было их устранить, чтобы можно было с ними что-то делать, дабы это не повторилось вновь, потому что ваша мама, думаю, человек уже не молодой, и ей опасно такие переживания испытывать на себе, и опасно вообще находиться в таком состоянии, в котором вы описали. Надеюсь, вы проявите решительность, твердость, так как это ваша мама, самый дорогой человек на свете, и будете вместе с ней бороться с недугом, победите его и будете жить дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы оцените его в качестве лучшего.